Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска, двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 58 тысяч километров. Заменю на нем масло в редукторе заднего моста. Поднимаю автомобиль, откручиваю сливную пробку и сливаю масло. Поднял автомобиль. Вот задний редуктор. Вот у нас сливная пробка, вот у нас заливная пробка. Объем здесь небольшой. Беру шестигранник на 10 и откручиваю заливную пробку. Беру шестигранник, беру удлинитель. Ну а теперь откручиваю сливную пробку. Сверху масло он появилось, подкапывает. Масло чистое, на магните тоже видно, ничего нет, магнит чистый. Сливаю масло. Все, масло сбежало. Беру новое колечко. Номер его 11026 4N200. Кольцо, что на заливную, что на сливную пробку, они одинаковые. Вот такие. Одеваю колечко и закручиваю пробку. Масло заливать буду оригинальное Nissan KE 907, 3/9, 32. Объем масла небольшой, нагнетатель использовать не буду, заливаю шприцом. Заливаю также, пока у нас не побежит через заливную пробочку. Беру второй шприц. Емкость здесь должна быть у нас 550 миллиграмм, ну 550 грамм. Для замены в раздатке в заднем редукторе литра масла хватает. Раздатка 450, задний редуктор 550. Третий шприц. Шприц небольшой, 150 миллиграмм. А если брать нагнетатель, это его надо помыть, залить, то литра не хватит, остаток в нагнетателе остается. Я думаю, и последний штрих у нас должно после этого побежать масло.
Вот и все. Как написано, 550 грамм. Так четко влазит 550 грамм. Пробочку протер. Одеваю на нее колечко. И прикручиваю. Беру обычный очиститель карбюратора и смываю подтеки масла. И на этом все. Замену масла в редукторе заднего моста я закончил. Всего вам доброго.